В целом ракетные войска и артиллерия на сегодняшний момент представляют собой сплоченный коллектив, которому по плечу любые задачи. Ракетные войска и артиллерия по-прежнему являются главным средством огневого поражения противника в операциях объединения вооруженных сил. Это подтверждают последние вооруженные конфликты. Очень символично, что в преддверии праздника ракетчики получили очередной подарок от государства. Буквально вчера был принят на вооружение ракетный комплекс «Полонез-М» с дальностью стрельбы до 300 километров.